Тогда было больше людей, наверное, которые занимались бодибилдингом, ну вот настоящим, да, как бы, ну вот настоящих буйных таких, да, было больше, да, а сейчас настоящих буйных мало, да, сейчас хардкор, да, only гламур, там, вот это, да, пляжный бодибилдинг, там, классический бодибилдинг, даже ничего не было, ни классического бодибилдинга, ни тем более ни пляжного бодибилдинга, ни атлетического пляжного, ничего не было, был бодибилдинг, хочешь качайся, набирай руку, 52 сантиметра делай, выходи, или тебе ничего не светит. Или сиди, смотри, отдыхай, понимаешь? То есть тогда никакого, так сказать, какого-то компромисса не было. Сейчас время компромиссов. Ну, не хочешь сюда, хочешь сюда. Не хочешь, извини меня, по-большому, сходи по-маленькому, да, там. Не хочешь попить кофе, иди попей кофейку, там, или сачку, да. Тогда такого ничего не было. Ты или большой, здоровый, сильный, красивый, и сухой, или ты вообще никто, да. То есть такого нет. Даже категория, вот, еще раз повторюсь, 100 килограмм не было, а сейчас там 90, 95, 85, там, выходи, ты чемпион России, там, красавица. А тогда свыше 90 и все, ну и больше никуда. И свыше 90 выходит категория, там, 20 с лишним человек, ну и куда ты там, даже если ты в шикарной форме, там, попасть в шестерку, это было большое счастье. Большое счастье было попасть в шестерку вот на таком турнире в 90-х. Вот. Поэтому говорить о том, лучше сейчас, а сейчас вот, да, ну, сейчас вот, ну, мои ребята занимаются, они, да, они вот фанаты, они хотят быть большими, им это нравится, им нравится тренироваться, им нравится сам творческий процесс, да, они как бы не то, что хотят какой-то там славы, ну, понятно, что бодибилдинг, да, любимый вид спорта без самолюбия, без тщеславия какого-то, без честолюбия, я бы сказал, ну, не будешь заниматься. Ну, у каждого есть, да, какой-то образ, они все занимаются творчеством. А большая часть публики, как бы, она, ну, вот вышла там, в шортах вышла, там, подкачалась, там, вышла, показала все, уря, уря, там, ой, красавец, там, на Олимпию тебя надо выставлять. А что там, ну, это смешно. Я вон человека за один год подготовил, выступил в шортах. Смотрелся очень даже неплохо, там, все близкие его, все друзья там в шоке были. Один год человек тренировался. Достаточно серьезно, ну, недостаточно, а очень серьезно, как бы, все. А чтобы стать огромным бодибилдером, ну, понятно, что надо пройти через что, сколько потратить здоровья, денег, всего, потому что, ну, как бы, мы все были, ну, если не нищие, то полунищие, как бы, все деньги тратили на бодибилдинг, кто как мог, так и зарабатывал. Ну, сейчас, пожалуйста, пришел в зал в тепле, там, провел персональную тренировку, там, снял видео, потренировался. А тогда мы работали, вот помимо «Алмаза», да, я еще там, ну, не занимался, там, работал, там, грубо говоря, так сказать, в охранных структурах, да, ну, что такое, так сказать, так называемые в 90-х охранные структуры. Ну, это постоянно геморрой, да, вот, грубо говоря, это постоянно недосып, недоедание, то там сегодня, там завтра здесь, там какие-то, ну, всякие стрессовые, неприятные ситуации, поэтому... Но я знал, что у меня вот есть алмаз, у меня есть штанга, у меня есть гантели, мне надо качаться, я хочу быть большим.